В этом году наш город принял 21 команду. Соревнования приурочены ко Дню города и 72-й годовщине освобождения Анапы и Анапского района от немецко-фашистских захватчиков. Год за годом этот турнир рос. Много ребят отсюда прошло. Вы представляете, что такое 24 года. Да, несколько поколений выросло на этом турнире. Здесь когда-то в призерах были и нынешние олимпийские чемпионы. В турнире также приняли участие международные команды, спортсмены из Азербайджана и Донецкой Народной Республики. Мы сегодня представляем молодую республику, Донецкую Народную Республику. Мы приехали в составе 15 спортсменов, привезли с собой очень заслуженных тренеров. Для многих участников спортивные состязания в Анапе не первые. Людмила Червякова в дзюдо 8 лет. И сейчас я опять приехала сюда с тренером. И с командой. Ну, сегодня я боролась нормально, заняла первое место. Последняя схватка была, конечно, тяжелая, но удалось победить. Занимаюсь 3 года, на соревнованиях не первый раз. В позапрошлом году занял 2-е место, в этом году победил. Победители получили почетные грамоты, медали и заветные кубки.